А ты подальше маленечко поставь. Я за нами поставил. Они высадились. Передо мной. Запад. Давай, запад по дороге. Два типа, там белая машинка, обоим дал по плюшке с СВД. А я туда отправляю. Сопля, надо его. Поле гоняют на севере. Тачка. На юге это наш, что-то одного приехало. Убил. Наши приехали на юге. Там еще на есть. Восточке. Там отделение, короче, небольшое. Возле этой тачки. Третий тигр приехал в Омский городовой. Я же говорю, я их просил поехать на Али, а не с той стороны. Этих вроде как закрыли. Должны были закрыть, по крайней надо мере. Надо машинку их выбить. Где вот она была? Да вот он перед стоит, прямо перед нами. А в поле гонял, значит, их две было? Ну это же суплайка, правильно? Вот это вот стоит. Да. Надо выбивать тогда ее. Можно просто расстрелять. Да, далеко? Скажите, где она. Поставьте, я приеду с карда расстрелять. Прям перед нами, вот мы стоим на ней. Вон, сейчас буду. Я тогда не буду тратить трубу. Не надо. Но, с другой стороны, ты у меня можешь трубу взять. Патроны. Это что за рация? Едет. У нас высадка. Вейкер, от тебя запад в пустыне. Где-то 200 метров. С СПГшкой. Или с чем-то подобным. Убил его это нахер. Я его убил. Крайние дома. Город, запад. Они заняли. Двое, как минимум, живы остались. Да, Вейкер. Прошу я. Она вроде должна шиться. Выше. Выше ты землю расстреливаешь. Во. На уровне ног попробуй пострелять туда. Сейчас, перезарядка. И, знаешь что, лучше тачку, наверное, взорви, которая там стоит. Где она? Я не вижу ее. Слева от этого домика, метров 50 выше по горе. Тебе пальма мешает. Я могу что-то. Да. Отлично, все. Слева чувак то ли выпал, то ли вышел. Выпал, по-моему. Труп показалось. Не, жив. Слева от здания живой челик. Чтоб ты понимал, это с 24-ки нары поставлен реактивный. Да, убил этого типа за домиком. Ну, я перерисуюсь, да. Айдар, если ко мне перебежишь, я тебя полечу сейчас. Так, фобу где станет? Фобу уже стоит наша. А, здесь, да, надо ее маленько перенести. За мост или перенести? Бля, стекло у Хамви не простреливается, сука. Пойдем за мост перенесем ее. Хаммер там? Да, Хамви. Простреливается, но типа... Нет. Не простреливается. Вау. Че, тут наш тигр приехал разбираться с ним. Ты че? Ну сюда, давай. У нас тут никого нет. Поставим. Так, ха пришел, да? Сюда, так. Волочек. А зачем так далеко? Если они захватят точку, мы здесь будем делать. А если они будут ее захватывать, нашу побуду сейчас собьют. Мы не можем. Только если в сектор к нам же зайти, чтобы быстрее. ХЗ, я вот... Сдох три раза, не увидя ни одного противника. Больше вот. Тут я никого не вижу, не знаю, где. Я даже одного убила.
все группы, которые сюда приехали, кроме нашей, вымерли. Заново зашли. Ложись! Я понял. Вовремя от крыши ушел. Так. Сколько тут убило? 4-5, да, по-моему, уже? Ну, а сейчас они жестко будут сюда наступать. Да, сейчас мы еще и захватим. Сейчас, да. Обороняем. Что там, по-хорошему тебя бы к нам, а не с юга нас обстреливают. Угу. Я тут просто отделение закрыл. Кидают в севере. С юго-запада. Мы уже захват ведем. К нам машина едет. Азимут 250, там пехота идет. Они через реку сейчас к нам подниматься будут. Так, 8 патронов у меня в этом магазине. Надо реализовывать. Снайпер там где-то сидит. Да, с юга там снайпер. В поле где-то снайпер в камнях. Сука. Только карту посмотрел, блять. Тут и спавнилка по-любому где-то стоит. Зимой 200, вот там походу в здании двухэтажном сидит при этом. Кот про него актив. Витя говорит. Так, и что теперь делаем? Броняемся. А бабку не берем? Да ё-моё, блин. Да пускай нашу тут маленько. А, он слева на лесенке лежит прям. Надо РПГ или что-нибудь такое. Софа, ты можешь меня как-то полечить, не? Ой, Дар, ты же ГП. Где? Подарочки прилетели. Я вовремя с крыши ушел. Ай, Дар, у тебя ГП же? Ой, еще! Ведь я к тебе залетел в этот. Внутрь здания. Здесь как-то поуютнее, я бы сказал. Ну да, я тоже. Мое тело чувствует. Метки ставлю. На западе у нас рядом противник. Одна еще себе. Они на воде уже здесь. Еще одного убил. Убил. Ага. Здесь есть где-то ресурсы пополнить или наши этот выбили? У нас на севере далеко. Поставили, да. Хаб на севере. Далеко. Там чел стоит за. Сидит за пуликом. Гренку туда кинул. Тебе поднимаюсь. Да ёптить, ну кто? Я тебе сказала, поднимаюсь. Лечить тебя. Ну я ж стреляю. Ну я-то не вижу, я тебе сказала, маг, я к тебе поднимаюсь. Я стреляю по типу, Софа выходит, получает в голову просто. Так помогай Майку, да? Придешь полечить, приду, говорю, маг, я к тебе поднимаюсь. Ну я ж работаю, там же есть с другой стороны заход еще. Я не знаю, я с какого захода. 80 по нам работают. Подбей, короче. Поставь зеленую метку на здание рядом с тобой, сейчас мы на метку. Суплайка стоит. И тип тут у них понастроено. Вот здесь поставлю кровь на юг. Блять, сел. Сейчас спалишь всю мою контору, бля. Попробую хаедать на второй этаж. Блин, я хотел с миномет туда бахнуть. Сошла. Тут я уже одно здание. Я понял, я видел. Все, взяли флаг. А, их победили. Хорош. Вашпи. Ну мы сейчас залетели, опять неплохо, да? Считай первую машинку. Первую машинку, что остановили, потом вторую на горе остановили, Вейкер ее расстрелял.
плохо. Щита нормально накидал. А можно и лучше было. Я там в пустыне на севере воевал с типами, капец. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.